Привет, мы приехали на океан, и я хочу вам показать домик на океане, open house. Мы заходим, вот Женя там с Сарой, видите, у нас тут здесь такой стол, я не знаю для чего, правда, сразу у входа. По-моему, здесь сидит дежурный, может, пропускает, даже не знаю. Hello! Это вход в дом, вот Женя с Сарой пошли куда-то сбоку. Они пошли к океану. Давайте посмотрим дом с этой стороны. Вон, пеликаны летят. А вот Сара с Женей стоят. Вот дом прямо на океане. Давайте зайдем, посмотрим, что здесь. Дом новый, никто здесь тоже не живет. Hello. Hello. How are you? Could you sign in there? Мы заходим в дверь парадную. Здесь у нас лестница и шикарная шандалия, люстра. Мы смотрим направо. Спускаемся и смотрим. Стиральная комната. Сара вот ко мне бежит. Сара, показывай, что ты здесь видишь. И здесь такая вот комната гостевая. Видите, она два входа в ванну. Сара побежала наверх. Здесь половина ванны. И перед нами открывается шикарный зал. Оказывается, дом не новый, а он просто переделанный. То есть, какого года, я еще даже не посмотрела. What year building this house? 2004 года. Такая вот кухня с абсолютно красивым гранитом. Посмотрите, какой pantry. Как гардеробная. Ничего себе, даже здесь как сделано красиво. Вот такой пейнтри входной. Здесь, как только входишь, включается свет. Тебе даже не надо трогать свет, так как он включается автоматически, когда кто-то находится в комнате. И как только я выйду из комнаты, он выключится автоматически. Но мы ждать не будем. Так, здесь у нас плита. И сногсшибательный вид, сногсшибательный. Лучше этого вида, наверное, не придумать уже нигде. Это океан. Вы выходите по такой вот, по тропиночке, по своей собственной, вы выходите на пляж. Пляж, конечно, не private, но вход к самому пляжу private. Дом этот стоит 1 999 000, то есть 2 миллиона этот дом стоит. И вот 2004 года. Сейчас мы пойдем с вами наверх. Посмотрим, что там наверху. Тебе понравилось наверху? Да. Пойдем вместе. Мама там наверху еще? А здесь такая вот арочка, куда вы можете поставить какую-то экибану красивую. Ну вот полы здесь, карпет. А чем этот дом? 2 миллиона. Два. Вот видите, тут такая высота. Здесь дом без мебели. Без. А где же мебель? Здесь есть балкончик маленький. Крыша черепичная, очень симпатичная. Стихотворением получилось. Да, балкончик маленький. Это просто с комнаты с этой. Вот такие вот потолки. Это с комнаты с гостевой, я имею в виду. Мы идем сюда. Здесь офис. Сейф. Да, сейф, где очень много денег. Это офис. Вау! Как
кино. Да. Там поместишься смысл. Мы еще не были с вами в хозяйской спальне. Здесь. Я даже не знаю, наверное, это и есть хозяйская спальня. Что здесь? Вот здесь хозяйская спальня. Да, спальня, конечно, шикарная. А вот, вот она, хозяйская ванна. Душ. И гардеробная. Такая вот гардеробная, небольшая, но вот очень аккуратненькая. На двери есть огромное зеркало, конечно, оно вам поможет собраться в путь. Здесь ваша кровать, и представляете, вы просыпаетесь и смотрите вот сюда. Вот. Все, что вам нужно, это иметь 2 миллиона, прийти и купить этот дом. Класс. Все, что нужно, это 2 миллиона. Если и дом есть, ваш. А если есть еще 1 миллион, то может и другой проект рядом за 3. Да, который Женя сегодня снимала, у нее на камере будете смотреть, у нее там 3 этажа. Там вид на залив, но очень красиво тоже. Дай мне. Ну тут старый ремонт. Конечно, можно вытянуть, но придется перекрашивать. Это мексиканский стиль. Угу. Вот так вот сверху. Очень красиво. Как тебе, Сара, нравится здесь? Тебе нравятся, наверное, палочки больше. Какой тебе первый или второй дом понравился? Первый. Ну, первый он, да, он был. Фермон. Во-первых, очень модерн, он только что построен. Новый, 3 этажа. На первом этаже сауна, чего я ни разу не показывала, кстати, в своих видео. Первый раз видела сауну. Так что, к Жене на канал. И там увидите. Да. Только когда, не знаю. Ну, что? Попозже. Ну, все, вот домик за 2 миллиона. Здесь коридор. Домик наркобарона. Все. Наркобарона. Да. А ну-ка. Ну-ка, выйдем еще раз на океан. Меня просят подписчики все время. Покажи нам океан. Вот. Вот по этой ступеньке вы утром просыпаетесь и идете. Это ваш private дорожка, ваша личная к океану. Вы спускаетесь туда, раздвигая камыши. Ну, это не камыши, конечно, но неважно. Вот, и тут лесенка такая. И вы здесь. Дышите соленым воздухом, получаете наслаждение от жизни. А это вот дом заднего плана. Вы видите, какие здесь двери? Они все сделаны из стекла и напыление в виде птиц, в виде букв, в виде там чего-то. Ну вот, все. Вот у меня девочки уже ждут, но я не видела гаража. Ты с here? No. Гараж мы не видели. So where is that table? What is this for? What is table for? Yeah, what that table for? Not this one, another one. Oh, that's like a little bar. Oh. Yeah. I was assumed that it's for security or something. Oh, no. I think it was garage. Oh, this is garage. Okay. Открываем гараж. Две машины. Вот такой вот гараж с... Ну, какой такой вот. Видите? Да. Красочкой пахнет очень. Ну, вот такой гараж. Он находится... В него нужно заходить отсюда. Thank you. Вот мы идем. И вот гараж, пожалуйста, он здесь находится. Вот так вот. Мы здесь находимся прямо у океана. Здесь такие домики. А это я, ваш риэлтор и ваш блогер Наталья Фалконова. Тает, плачет.
Нет, ты не притворяйся, ты мне скажи, ты будешь скучать-то по мне? Да. Это плачет. She was crying, she doesn't want to go from me. She's faking it. Joking. Yeah. Oh, bless you. Наелись. We ate like rotten eggs and all that stuff. It's so no tasty. No. Boogers, dead fish, rotten egg. Oh, that candy stuff? Yeah. Why'd you do that for? It's funny. Oh, and spoiled milk. It's so bad. Yeah, I bet you. Yeah. Yeah, toothpaste and grass. Well, the traffic might be light today because it's Sunday. Okay. Going down. It might be light today. Traffic? Yep. Might be easier if you just stay now. Oh, she's got to go to school. She is shy. She said she's shy. She's shy even to say goodbye. Окей. Okay. Okay. Пойдемте, девочки. Bye. Have a good trip. Так, девочки, у меня уезжай. Пойдем, я тебя провожу. О. Видите, дядя Винни, она стесняется бай-бай сказать. Тебе надо прекращать уже стесняться. Да. Что это за стеснение? Да стесняюсь. Ну как? Все, девочки у нас поехали. У нас вон такой миленький машин. Да. Нюнечки. Она меня хочет поднять. Ты меня хочешь поднять, что ли? Давай. От нее пахнет до сих пор молоком. Мне кажется, от меня тоже. У тебя молоко на губах не обсохло. Да, ну все, Женечка, давай. Все, Наташа, спасибо все, большое за все. Ой, опять очень маленькая девочка. Все. Она мне дышит специально, чтобы я нюхала от нее букет из сухой рыбы. Давай. Бэйбичка, давай. Ну все, девочки, давайте. Провожу вас. Пока. Ну зачем ты трясешь камеру-то? Ты же не маленькая девочка-то. Ну все, давайте, девочки. Все, поехали. Они у меня пробыли выходные, мы везде погуляли, и покушали, и поиграли, и видео снимали, и... Курица маленькая сидит, плачет. Как маленький котенок. Let me feel.